Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о новиночке, которая появилась в первой коляске. Вы видите, я уже коробочку открыл. Я специально в коробочке оставляю, чтобы вы могли понять, что там за коробка, как это вообще, в принципе, выглядит. Вот, это новый манеж от компании 4Moms, Breeze Plus называется. Есть еще Breeze Classic, они отличаются немножечко комплектацией, собственно, и все. А так это один и тот же манеж. Но сегодня мы поговорим с вами о версии Plus. Вообще, 4Moms Breeze предыдущий у меня обзор есть на канале. Я постараюсь добавить ссылочку в описании к этому видео. Пройдете, посмотрите, если интересно. Вот, ну, не вижу большого смысла, потому что вот это у нас новая моделька, и продаваться будет сейчас она. Вот так с краю в коробочке лежит у нас второй этаж, к нему мы вернемся. Вот. А сам манеж уже идет вот в таком вот чехле. Зарплату бы в таких вот получать наличкой, да? Было бы здорово. Так, вот, собственно, сама коробочка. Она у нас сейчас, нам она сейчас сами не нужна. Убираем в стороночку. Вот, собственно, сам манеж. Вот так он выглядит, упакованный для транспортировки. Если вам нужно будет куда-то поехать, в отпуск кроватку, чтобы не везти, в гости вы там на какой-то период едете, еще что-то, у вас это хорошая кроватка с собой. Ну и, соответственно, как манеж тоже. Так, открываем его с вами. Вообще, на мой взгляд, из манежей это самый лучший манеж на рынке. Я не хочу его перехваливать, но мне этот манеж очень сильно нравится. Что первый Breeze, что этот. Крутые манежи. Так, вот так вот он упакован у нас получается в коробке. Он завернут в свой же матрасик, дно. Убираем. К нему сейчас вернемся. Сам манеж. Открываем его. Сейчас немножко магии. Здесь все очень-очень сильно просто. Давим вниз. Опа! И он сам себя разложил. Чаще всего в манежах нужно бывает все вот эти стеночки, распорочки все поставить. Потом надавить и поймал, не поймал. Здесь просто шикарно сделано. Надавили и в путь. Чтобы убрать... Ну круто же. Все, манеж поставили. Вот как у нас сам манеж. Четкие характеристики, сантиметры, миллиметры, килограммы, все по ссылке в описании в магазине «Первая коляска», в характеристиках все это есть. Если, например, вам понравится в этом обзоре манеж, вы можете его заказать там до 12, вам в этот же день его привезут. Ну круто, все быстро, четко и всегда в наличии. Так, что касается манежа, вот, собственно, как он у нас выглядит. Сеточка у нас достаточно плотная. Часто люди звонят, и к лету уже дачный сезон и все такое. Детей в теплое время дня, ну, в солнечную погоду, когда тепло, частенько укладывают спать на улице. И задают такие вопросы. Насколько плотная вот эта вот сетка, чтобы если накрыть сверху какой-нибудь простыней, не будут ли попадать туда мошкара? Не будут. Сетка очень плотная. И с этим проблем никаких. Так, давайте теперь посмотрим, что за матрасик мы вытащили с вами. Вот, собственно, сам матрасик. Он, соответственно, у нас жесткий, но вот с такими вот отсеками. Раз, опустили. И что мы получаем? Нормальное, жесткое, ровное дно. Вот. Так, теперь пришло время посмотреть на второй этаж. Это нам сейчас тоже понадобится. Так,
шпорочку. Здесь со всех сторон вот такие вот пластиковые крепежи. Одеваем для подстраховки. Пускаем. С этой стороны, соответственно, то же самое. Все идентично. И хочу заметить, все очень-очень легко ставится. Никакого напряжения вы вообще не испытаете в установке чего-либо на этом манеже. Все. Теперь нам нужен вот этот отсек. Ставим его сюда вниз. Так, смотрите, что мы получили. Ребенок рождается. Я уже в обзорах про манежи всегда говорил, что я не сторонник обычных классических кроватей дома, деревянных, где вот полночью надо собирать. Это не то, на мой взгляд, сейчас уже такое отходит. Кто-то, правда, еще покупает, любит только так, никак иначе. Но я лично сторонник того, чтобы купить хороший манеж, кровать. Ребенок родился. Он небольшой, сами знаете. Он спокойно помещается вот сюда. Ой, не закрепил. Вот так вот. Он спокойно помещается у нас в верхний отсек. Глубина у него достаточно. Мы кладем сюда спать ребенка, пока маленький. Нужно пропеленать. Здесь отдельно есть пеленальный столик с клееночкой, чтобы вы могли легко это почистить. Вот так мы растем. Когда ребенок уже, мы понимаем, что в принципе уже здесь ему не место, мы просто спокойно вот эту часть, которую я сейчас одел, убираем. Так вот легко, причем это все делается. Все, убираем. Соответственно, можно опускать ребенка спать уже в манеже. Если вам не нравится здесь вот этот матрасик, вы можете, в принципе, купить матрасик от обычной кроватки подходящего размера и положить его сюда в манежик. И пускай себе ребенок спит на матрасике, на обычном классическом, если это вам хочется. В принципе, и здесь тоже нормальный, мягкий, приятный матрасик, который идет в комплекте. Ну, кому-то покажется жестковато, пожалуйста, докупайте, пользуйтесь. Вот, собственно, это мое видение его использования как кроватки. Но из названия уже понятно, что это манеж. Соответственно, как манеж ребенку, это очень первоклассная вещь. Он большой. Напомню, характеристики, размеры внизу в описании в первой коляске. Вот, он глубокий. Достаточно надолго его хватит. Места много. Игрушек накидать можно спокойно. Смотрите, что касается ножек, здесь на каждой ножке есть колесики, то бишь вы легко его можете перекатить. На кухне готовите, пускай он с вами будет на кухне, в гостиной вы, пускай он с вами будет в гостиной. На мой взгляд, в этом плане прям то, что надо. Вот. И по качеству. Я уже сказал, что, на мой взгляд, это лучший манеж, который я знаю на рынке. Вообще не придраться. Просто не придраться. Я сейчас не рекламирую прям вот за какие-то деньги этот манеж. Просто мне лично он очень нравится. Это качественный продукт. Придраться вообще не к чему. Если его сравнивать с любым другим манежем, что-то в них не то, если этот рядом стоит. Вот. Если его нет, то, в принципе, нормально. Но этот сделан идеально. Все аккуратненько, все четко. Пользоваться им очень легко. Собрались куда-то. Раз, раз. По полочкам. Подняли. И, соответственно, сверху укутали его матрасиком, как было в начале. Что еще надо? На мой взгляд, идеальное решение. Вот. И, соответственно, смело рекомендую вам эту штуку, этот манеж. На мой взгляд, офигенное решение, кроватка, манеж. Плюс куда-то ездить в отпуск, еще что-то. На месяц домик сняли в Италии там или где-то еще. Взяли с собой, вот так вам этого хватит. Отличная вещь. Вот, поэтому рекомендую.
В принципе, по манежу все, что хотел рассказать, рассказал. Если видео интересно вам было, полезно, вы что-то подчеркнули для себя, захотели его вдруг купить, по ссылке можно купить его. Вот, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень-очень полезно для канала, для его развития, чтобы вам же было больше обзоров на подобные вещи. Вот. И большое спасибо первой коляске за предоставление. На обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Всего доброго. До свидания.